приветствую вас, мои дорогие коллеги. С сегодняшнего дня начинается новый этап в развитии канала. Видео станут разнообразнее и выходить будут гораздо чаще. Если ты еще не подписан, пришло время это сделать. Игра началась. Как вот уронить дом? Все живем в домах. Кто-то в кирпичных, кто-то деревянных, кто-то в бетонных. Ну вот как вот уронить дом? Брус вот мы вытащили. Вот он, брус. Жека Краснодарский сегодня не вышел. Полковник ему звонил. И без толку. Трубку не берет. И без толку. Получил первую зарплату он, 60 тысяч, и пропал. И решил отдохнуть. Вы ему там, ух, Жека, краснодарский, пальцем. Так что, теперь думаем, как? Вот этот пол разбирать можем. Да, сейчас будем. Вот тут на соединении, вон, этот будет перегнуть. Бах. И все равно он на дрова пойдет, вот этот вот. Ему жопа. Да, и... этому уже все. Ну, конечно. Ну, этому не, это понятно. Вот он уже краснеет, видишь, он уже краснеет. Вот здесь, он краснеет, там запил. Да-да-да, сейчас начнем его пилить. Сейчас тогда... Его прямо можно вот здесь пильнуть около запила. Сейчас, чтобы пока не потеть, мы эти туда хвосты закинем. Эти его надо на склад перевезем. Вот эти его. Перевезем на склад, да? Сейчас надо показать ребяткам, какой там фонтан образовался с годами. Как они там, Вова, эти сосульки в пещерах-то? О! Видите, какой фонтан. Можно даже, ребят, на фоне фонтана сфоткаться. Да? Типа так вот. Где я нахожусь, в какой пещере? Можно фильм маленький снять, да? Видите, тут типа замерзло все. Там вон люди ходят, древние люди. Ну, со скалы все стекает. И джин-джин-джин. В этом году, видите, какая была зима. Дождик шел в январе. Мы еще в январе купались. Купались в январе. Мы, в принципе, если этот груз подпилим, у нас должно рухнуть это все. Блин, хотелось бы, чтобы это все рухнуло, а? Так оно, в принципе, должно. Оно вот на этом брусу, вот сюда эта тумбочка. Вот. А вот на тумбочке стоит. Да, оно и держит сюда еще. Но. Ну так вот, если брус распилить вон там вот, около тумбочки, он тебе соединением брус. А, вот здесь, да? Так я же говорю, попробуем вот. Если мы там пильнем, это же вообще все отвиснет. Да. Правильно? И оно, по идее, должно. По идее, да. Вот она на этой тумбочке. Но даже если кувалда, если хлопнуть по ней, то она может быть. Сейчас надо вот эти все будет поубирать отсюда просто. Сейчас поубираем. Давай, ну, все потаскаем туда, короче. Давай, ну, погнали. Не. Попробуем завалить его.
Это не до конца его, не? Я этот протянул. До конца? Ага. И что, попробовать надо что-то длинное взять, наверное, вон в ту стойку хлопнуть. Давай. А, ее бесполезно, ее зажало там. Ты ее не выбьешь, ты че, Вова? Представь там, какая она. Куда она выскочит? Пили, пили до конца ее. Так этот пропилен. До конца разве? Да. Все. Этот че? Я ему дам кусочек, вроде еще есть. Не. Вон там вот. А, нет. Все, это до конца, Саня. Сейчас подожди. Ну да. Еще и надо тогда. Давай вот здесь вот его топильнем. Вот в этом месте. Вот так снизу раз, вжите здесь и все. Думаешь, нам это что даст? Ну попробуй. Давай. Может хоть тумбочку выбьем потом. Ой, видал? Кувалда сейчас постучает. Я сейчас пойду в туш какой-нибудь, посмотрю, такой длинноватый. Ох, мы его. Просто висит на этой. Вот на этом брусу. Ага. И вот просто там он по соединению пропилить, оно. Нет, давай на себя его. А, там гвоздь еще. Может, гвоздь, наверное. Вон там, видишь, гвоздь. Дома. Как говорят в Америке, да? Да уж. Сейчас я пойду брус возьму, оторву, надо попробовать эту стойку выбить. Что за брус? А вот этот. А? Так, а давай его прямо тем брусом, который я, слышь? Он же тяжелый, не надо его. Смотри. Саня, их зажимала крышка. Смотри, иди сюда. Сейчас вот этим же брусом. Как улупасим, ну, направим, бубу, он же сухой, не тяжелый, такой, 150 или сколько. Конечно, он там камень держит, там дом. Остается пилить. Так. Вот этот, наверное. Блин. Давай поддомкратим его, вот эти тумбочки снимем. Ну да, можно, в принципе, поддомкратить. Вот короче, вот сюда домкрат сейчас поставим. Вот сюда вот. Как раз. Но. Подомкратим, эти снимем. Потом сюда подложим, домкрат уберем, потом по этой хлопнем вот этим же брусом. Да. И все. Давай так и сделаем. Вот так. Все отлично. Сейчас сюда подставим. Какой-нибудь, да? Все отлично. Все прилично. Брусок.
Сейчас вот этот курсор поставим. Надо такое ставить, чтобы выбить просто легко было. Ну, на краю, на краешек его как-то как раз. Так. Не будет, чтобы его потом хлопнуть. Еще досочку сюда можно положить, чтобы скользило, да? Сюда. О, типа палочку такую. Во, все. Все, все пойдет. Так. Во. Оп. Опа. То на плечи мои упадет дом. Слушай, может, зря мы это самое. Че, че? Донкрат спустили. Можно было, покуда на донкрате еще стояло, попробовать ту стойку. А, ту выбить? Ага. Оно а все-таки... как? А этим бревном? Ну. Ну пускай это такая будет тут. Сейчас по домкрате. Или что? Может, пошла бы хрен. Саня, на рычаг побольше. Ну вот, в принципе, это так пойдет. Давай попробуем, что. Ну и... Ничего там. Нет? Вроде бы шевельнуло. Надо поднамкать получше. Ну и он нахуй его. Вылазь оттуда. Пизду. Ну лучше отсюда их подымай. Как я рукой. Так оно и даже лопнуло. А, сковорода, блядь, это. Ну там-то плюшка эта осталась, которая железная. На домкрате. Отсюда лучше. Ну и он нафиг. Все. Не хотит. А, во! Зашевелилось. Все, давайте. А еще вниз туда попробовать, не? Или вверх? Хлопнуть. Ну, давай, ладно. Идет ЖИКа Краснодарский. Привет. Звонили, говорю, не дозвонились мне. А, ну да, смотрю, смс-ка приходит, смотри, недостаточно может... средств. Думаю, и у меня заблокирован, мне никто не может дозвониться. Да, мы уже думаем, все. Это... Забухал, да, загулял. Да, а да. Мне только сегодня Сашка приехал в 11:00. А, полдвенадцатого. Думаю, я тут приехал до тещи, думаю. Бегаю, думаю, всяко думаю, работает. Я уже думал, тут уже ничего не осталось. Брус тут уже натягали. А, вон, ну я смотрю, ага, уже нет. Ну, а что, попереди на дрова? Не, нет, а ты что? Отдельно шла. Отдельно, ну сколько сейчас брус-то? Ой, я ж даже не знаю. 150 на 150 на.
Да который эти приколы, это напишу это объявление в барахолке, куплю, буду 150 на 150. Я вчера звонил, там, короче, посмотри, знаешь, сколько в Кирилле продают? На 90, ну, 90 на 150, 7 тысяч. Ну, бэушный или новый? Не, ну этот что, разбирают дома. А-а-а. Ну там тонкий, наполовину. Ну я понял, это что ты говоришь, 150 на 90. Да, да, это 150 на 150. У нас же, по-моему, такой же был уже, да, тоже на этой, на стройке тогда. Да, дядь Вов? Ну да. Таких, по-моему, 6 штук тогда это было. Такой толстый. Тоже был, ну толстый. Короче, мы сейчас хотим его завалить, на поддомкратить. Вот ту нам надо выбить, на, чтобы он вот это вот рухнуло сюда хотя бы, завалилось. Дом-то что ли полностью? Ну, чтобы он сюда хотя бы. Что-то будет. Ну да, может что-нибудь получится. Машину, да, сейчас брусом закидать, чтобы потяжелее это было. Ты же мне что, машину хочешь дернуть? Не, что? Не, просто сейчас. А куда поддомкратить, посмотреть? Сейчас поддомкратить, короче. Так, ладно, начинаем работать. Ну, молодец, что пришел. Че? Да, конечно, объявился, думаю, надо. Да, слушай, да. Саня, подожди. Мы можем вот эту выпить. Вот это распилить его. И вот этот вытяжь. Пилить опасно тоже. Не, этот вот. А не пизданется нам. Этот пофигу. Оно стоит на этой, на этой. Ага. Вот эту вот распилить его. Вот здесь. Вот. Не, давай лучше это самое выбьем. Так мы сожмем этот, а так длинный брус тоже. Вот это, оно ж вот, только на этом держится, вот, пофигу. Вот, этот. Этот независимый. Вот эту его распилить, вот. Его нахер об землю. Он вот, здесь же вот, видишь, он соединен его просто гвоздем. Край. Он ничего не держит, этот вот. Но... Оно вот на этом висит, вот. Ну ты пилить будешь. Давай. Так а дальше, наверное, не упадет это за этих, да, вон, кстати, поддоны типа. Да, да. Он и не опустится, наверное, не должен. Так ладно, не должен. Конструкция, блядь. Конструкция еще там. Пипец. Ну правильно, времянки или как их там называли? Ну, канадской технологии дома, они там на 50 лет строились. Mm-hmm. Я рабочий. Чтоб Россию матушку поднимать после войны. И все, короче. Все, да. Лет 100. Вербованных сюда гнали. В Белоруссии работали за карточки, а здесь деньгами платили. Вчера работали? Да. Да. Так,